решили, что слабый Пашинян лучше, чем непонятное кто вообще. И вдруг оказалось, что Пашинян переизбран в 21-м году. А Россия совершенно этого, Москва этого совершенно не ожидала. И с этого момента началась охота. И было 2-3 попытки, вот сейчас очередная была попытка. Если бы въехал Затулин, то это тот человек, который бы должен был призван объединить вот эти разрозненные пока политические группировки в единый кулак. Ну и было сказано заветное слово, час икс. Перед тем, как пятая колонна Франко пошла на Мадрид, было произнесено кодовое слово «Над всей Испанией безоблачное небо». Это был сигнал к восстанию. А сигналом к этому перевороту была фраза Затулина, что Пашинян ему напоминает Анвара Садата.